Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по факту пожара на газовой автозаправочной станции в Октябрьском районе города Новосибирска по признакам преступления, предусмотренного пунктом В части 2 статьи 238 Уголовного кодекса Российской Федерации. Вчера в вечернее время на Гусинобродском шоссе города Новосибирска произошел пожар на газовой автозаправочной станции. В настоящее время пожар локализован сотрудниками Главного управления МЧС России по Новосибирской области. Следователи следственной группы регионального следственного управления в взаимодействии со следователями-криминалистами 14 июня в ночное время после получения разрешения на производство следственных действий приступили к осмотру места происшествия. В настоящее время осмотр места происшествия продолжается с участием компетентных специалистов МЧС России и Ростехнадзора. Руководство следственной группы координирует исполняющий обязанности руководителя следственного управления Виталий Борисович Зарипов. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.